Участок у Игоря Мамышева большой, пешком за день не обойдешь. Улица Депутатская, 50 лет октября, Советская, Базарная, Песчаная, второй микрорайон, дома 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Угу. И сейчас замещаю еще один участок, это вот где прошло наводнение, так сказать, подтопление. В городе с выходом из берегов ручья Подгорный было объявлено чрезвычайное положение. На чеку все службы, в том числе и правоохранительные органы. С вечера поступили сообщения о помощи пострадавшим в наводнении. Вчера, начиная где-то с 19 часов, к нам на пульт дежурный ИМО МВД России в Арске было получено более 15 сообщений от жителей, граждан, проживающих вот на улице Набережная, Придорожная, Привокзальная, Городская, которые с просьбой о помощи, помочь им эвакуироваться, так как домовладения были затоплены. Несмотря на то, что имеются номера дежурных служб, люди по привычке обращаются к участковым. Эвакуация пострадавших, охрана имущества. Всю ночь Игорь Мамышев находился на посту. Но не только в чрезвычайных ситуациях. Домкомы, уличкомы и просто жители зовут разобраться в различных семейных и соседских неувязках. Звонят, обращаются, подсказывают, где что случилось, принимаем необходимые меры. Опрос показал, не каждый знает в лицо или фамилию своего участкового. Однако многие считают, что эта работа важная и нужная. А вообще, вот как вы считаете, служба участкового, она сложная, трудная? Сложная, трудная. Люди у нас сложные, трудные, поэтому она нужна. Светлана Доровских, Варвара Павлова, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона».